Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе с Виталиной и Шаляпина. Россия готовится к грандиозной свадьбе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Молодые, красивые, талантливые, предприимчивые, у них так много общего. Но главное, что их связывает, это огромная любовь к музыке. Виталина талантливая пианистка-самородок, а Прохор замечательный певец. Придет ли поздравить новобрачных Армен Джигарханян? С этим вопросом обратились к Элине Мазур, которая всегда в курсе самых скандальных новостей и тем. Негоже актеру с мировым именем ходить на свадьбу к домработнице, считает Мазур. А Цымбалюк-Романовская сегодня человек без определенного социального статуса и рода занятий. Она нигде не работает и находится в статусе подсудимой. Меня часто спрашивают, поздравит ли Джигарханян бывшую жену с новым законным браком, продолжила скандалистка. Мол, это было бы благородно и эффектно. Многие даже увидели его свидетелем на этом торжестве. Отвечу всем. Ни в коем случае. Виталина – это главное разочарование в жизни актера. И любое упоминание о ней является для Армена Борисовича стрессом. В любом случае, это прошлый этап его жизни, к которому он не хочет возвращаться. Что же касается самой Цымбалюк-Романовской, я бы на ее месте думала о трех открытых на нее уголовных делах, а не о свадьбе. Ее положение очень серьезное. И сегодня единственный ее шанс избежать тюрьмы, чтобы Джигарханян забрал свое заявление из полиции или чтобы с ним удалось заключить мировое соглашение. Для этого с ним нужно как минимум встретиться, а это невозможно. Армен Борисович против любых контактов с Виталиной. Виталина всячески пытается затащить его в суд, но это ей не удается. Сегодня Армен Борисович чувствует себя отлично. Я видела его на прошлой неделе, заверила Мазур. Он полон сил, творческих планов, и сейчас в театре репетируют сразу две премьеры. И все его мысли о работе. Он перешагнул все, что было, и живет дальше, радуется каждому дню. Его окружают верные друзья, которые точно не предадут и не вонзят нож в спину. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!